Жители дома номер 14 по Советской улице выступили с инициативой о проведении встречи с главой Ленинского района Олегом Хромовым. У них накопились вопросы по благоустройству дворовой территории. В доме проживает много детей подросткового возраста, которым хотелось бы иметь место для проведения досуга. И детскую площадку все-таки хочется, чтобы тоже детская площадка была более для взрослых детей. Есть у нас вот эти веревочные такие, да, только побольше, может быть. Ну, не для маленького там ребеночка, да, двухлетки, да, а для лет 8. Также жильцов волнует вопрос расширения парковочного пространства. К тому же сам проезд для автомобилей здесь достаточно узкий, а пешеходная зона отсутствует. Тротуара нет и никогда его не существовало? Нет. Значит, мы поступим следующим образом. Мы прорисуем схему, как это можно разместить, сделаем порубочную ведомость всех деревьев. И только после этого еще раз придем к вам и покажем. Это высадите вы, а мы обеспечим посадочным материалом. Как показывает практика, деревья, посаженные самими жителями, в дальнейшем получают должный уход. Кроме того, с недавнего времени в шаговой доступности от дома расположен магазин, владельцы которого для привлечения покупателей используют навязчивую аудиорекламу. Постоянно идет звуковая реклама с 9 утра, в общем, до 9 вечера. Вот. Сейчас жарко, окна всех открыты, и на кухне сидеть в тишине просто попить чаю хотя бы, то есть невозможно. Бубнешь весь день. По словам жителей, текст данной рекламы они уже выучили наизусть. А трансляция продолжается с 9 утра до 9 вечера. Мы обратились к руководству данной торговой точки, но на месте оказались только продавцы. И по их мнению, аудиозапись доносится из колонок в течение значительно меньшего временного промежутка. Вы говорите о том, что вы в течение дня целые сутки не включаете? Нет. 2 часа днем, 2 часа после обеда, вот 4 часа, а целых 5 часов мы, потому что мы тоже понимаем. Если это после 11 часов, мы их тревожим, это другое дело. Или рано утром беспокоим, это другое дело. Мы в 10 утра, полдесятого вот начинаем, а остальное время не так. И сколько часов в день это длится? Это 4-5 часов. Все вопросы, прозвучавшие на встрече с главой, взяты на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.